Партнер этого видео – аукцион Виолити. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Сегодня встретился с подписчиками и покажу вам, какие приобретения я совершил для своей коллекции из обиходной мелочи Украины. Ну что, если интересно, продолжайте смотреть. Итак, первый пакет – это так называемые монеты 25 копеек бублики. У этого подписчика было огромное количество таких монет, тут порядка 70 монет, я еще их не доставал, они у нас чеканились на Луганском станкостроительном заводе и имеют три штампа. Ссылочку на видео я подробно, где рассказывал про эти три штампа, я оставлю в описании, а здесь я вам покажу просто эти все монеты. К вот этой покупке у меня было еще две монетки, как раз отложенные по разновидностям аверса. Что можно сказать? Давайте я вам сейчас их покажу. И с другой стороны вот такой вот герб Украины, трезубец. Вторая монетка. Уже с другим трезубцем мы наблюдаем. Да? Тут у нас другая разновидность трезубца. Вот такие монетки. Вот эта вся пачка вот этих всех бубликов и вот этих двух монет обошлась мне в районе 650 гривен. В принципе, как скажете, 25 копеек, да? Но почему я ее купил? Потому что я считаю, что данные монеты будут расти в цене, так как они выводятся из оборота. И в принципе они довольно интересные и заметные. И я себе решил отложить, ну, штук 100, я думаю, я себе отложу таких вот бубликов. Помою, посмотрим, выберем самые лучшие и их как раз в коллекцию отложу. Следующая моя покупка — гривна 95 года. Сейчас они просели в цене, и это значит, что можно покупать для своей коллекции. Данная гривна, к сожалению, не супер в идеальном состоянии, но обошлась она мне всего в 500 гривен. Я думаю, нормально, можно положить, потом помыть, когда будет желание, может быть, видео снять, как отмывать такие монеты. 500 гривен за одну гривну 95 года. Также у них тираж небольшой, в районе 52 тысяч. И действительно, это первые монеты, которые чеканились на нашем Луганском станкостроительном заводе. Дальше откладываем. Гривна 96 года попалась мне за 50 гривен. Продал подписчик, значит, тут особенность какая? Поворот, небольшой есть поворот. Вот смотрите, градусов 15. Мы поворачиваем гривну, раз, и видим поворот. Тоже интересно, вот с таким вот браком я решил взять. Так, тут я не смотрел, что здесь у меня. Вот этот пакетик тоже от подписчика обошелся мне в 100 гривен. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Так, здесь есть две монетки 96 года. Давайте посмотрим. Обычные, поворотов нет. Гурт у нас 96. Конечно, если бы был гурт 95, это был бы джекпот. Ну, думаю, от 50 гривен такая монетка может стоить. 50-60. Плюс, конечно, если брать через аукцион, например, Виолити, да, ссылочку в описании я сделал. Там плюс доставку вы заплатите. Так что, конечно, лучше так. Так, вот у нас еще один 96 год. Тоже без поворота. И гурт 96-го. Ну, вот обычное. Так, увидим 60 лет, 65 лет победы. Ну, да, кстати, видите, есть штемпельный блеск у этой монетки. Ну, к сожалению, видите, она какая-то грязная. Ну, можно, думаю, отмыть. Штемпельный блеск от этого никуда не денется, если просто под водой, под горячей подержать. Так, дальше у нас медали. У медали ничего, кстати. Тоже штемпельный блеск есть на монете, вот если увидели только что бегают лучики, да. Штемпельный блеск у нас есть, отличная монетка. Как раз нагрузку пошла. И 65 лет пермоги тоже. Тоже в... Ну, тут нет, тут штемпельного блеска толком-то и не видно. Нормально, вот такой вот наборчик. А, кстати, друзья, вы меня спрашивали, как я храню свои монеты, обиходные гривни. Вот могу показать вам свой альбомчик. Вот так вот я их добавляю в холдеры. Монетки обычные, ничего такого. Единственное, что в хорошем состоянии. Я их себе складываю вот в такие разные холдеры. В uncirculated, то есть монеты из обихода бывают, попадаются в состоянии в коллекционном. Я их себе вот так вот складываю. Часто вы у меня спрашивали, какие монеты у меня в коллекции, чтобы я показал всю коллекцию. Давайте договоримся. Как только этот ролик наберет 450 лайков, я покажу вам первую серию. Это монеты 5-копеечного номинала. По годам и какие монеты редкие, какие стоит откладывать. Действительно, если тема интересна вам, поставьте обязательно лайк. И до новых встреч. Всем пока.